Обладатели этого имени могут обставить дело таким образом, что противника не заметит, как он жаром отстаивает идею, против которой так горячо выступал в начале спора. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Процесс дискуссии у этого имени – как игра в словесный бисер. Вот что важно для этого человека. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Звук «У» дает человеку активное воображение. Это люди числа 4. По нумерологии интуитивно чувствуют все возможные доводы оппонента и всегда готовы к ответу. Последнее слово остается за ними. Неважно, что при этом проигрывает истина. Они к этому и не стремятся. Чрезмерная гордыня носителей имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.